Эльчоныч, как ты там, как дела? Сегодня погодка такая хорошая. Я сегодня встал с утра самого и позанимался спортом, и такое хорошее настроение сразу у меня. Вот, и, знаешь, там размял все свои мышцы, попрыгал, побегал, и сразу же хорошо стало. Ну и сейчас еду домой. Вот. А ты как? Как у тебя там дела? Все хорошо, наверное? Вот, минутку. Эрика, если вот очень важно двигаться, вот всегда, когда ты двигаешься, тогда у тебя и настроение хорошее есть. Если вдруг тебе как-то настроение плохое, ты просто возьми, подвигайся, попрыгай, побегай, и должно быть все хорошо. Да? Вот. Так вот, Эльчонок. Да. Я тебе потом еще видео запишу, а сейчас пусть все будет хорошо. Желаю тебе отличного дня. И всем, кто меня смотрит, тоже желаю отличного дня. Пусть у вас все будет хорошо. Занимайтесь спортом, радуйтесь жизни. И все будет хорошо. Пока!